Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские ботинки итальянского бренда Liu Jo. Верх модели сочетает в себе несколько материалов. Натуральная кожа прочная и эластичная. Замша легкая и удерживает тепло. Оба материала позволяют вашим ногам дышать. Вставки из искусственной штампованной кожи с брендовым принтом и блестящего материала создают интересный контраст фактур. Верхний край обрамляет меховая опушка. Она послужит барьером для холодного воздуха и снега. Шнуровка регулирует посадку. Металлические люверсы защищают замшу от повреждений. Боковая молния позволяет обуваться быстро и легко. Подкладка и стелька сделаны из искусственного меха. Материал удерживает тепло и изолирует ногу от холода. Он легкий и мягкий, не вызывает раздражений. Толстая резиновая подошва и танкетка прочная и непромокаемая. Они не позволят вам чувствовать мелкие неровности на дороге. Ноги будут меньше уставать. Рисунок протектора улучшает сцепление с поверхностью. Танкетка высотой 8,7 см. Подходит женщине любой комплекции, невысокого и среднего роста. Объемная и толстая подошва – тренд последнего времени. Она делает модель актуальной. Носите эту пару в стиле casual с элементами уличного спорта, с джинсами вашей любимой формы и свитшотом. Они также будут хорошо смотреться с трикотажным костюмом и дутым длинным пуховиком. Модель представлена в черном цвете. Создавайте эффектные образы с вашими новыми ботинками Liu Jo.